На стадионе «Снежинка» собираются сотни лыжников со всей Московской области. Правда, в этот раз большинство спортсменов прибыли сюда не ради побед и рекордов. Участники приехали почтить память олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой. 20 лет мы проводили на призы Анфисы Анатольевны Резцовой, которая обожала детей и прожила такую жизнь, знаете, как я вот ее сравниваю, как комета. И женщина такая была, крепкая, волевая, мало того, что спортсменка, многодетная мать. 20 лет назад инициатива одного человека стала традицией для тысяч других. Отныне ежегодно в соревнованиях участвуют дети и подростки разных возрастов. Я думаю, что мы с Анфисой Анатольевной придумали эти соревнования не зря. На старт, внимание, марш. Команда звучит более чем для 300 спортсменов. Сегодня столько много пришло детей на старт. И вы знаете, тот лыжный спорт, который в Химках, безусловно, он развивается. И дети, они стараются быть похожи именно на таких героинь, как Анфиса Анатольевна. Почти все призовые места в состязаниях заняли воспитанники Химкинской спортивной школы по зимним видам спорта. Ребята завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.